Скажу я вам, друзья, вот комедия моя. На главной странице стоит диплом, фотография. Вот за этот сценарий комедии в Казани мне его и вручили. Писал я давненько, это 52 страницы. Вся комедия составляет, почитаю вам начало. Утро, деревня. Саня 15 лет, как обычно, вышел поразмяться в трусах, подошел к турнику, сделал 7 выходов силой, ударил грушу, и тут его взгляд упал на батькин мотоцикл. Покатаюсь, пока матушка спит. Пошел потихоньку, заводит, зажигание неправильное, и стартер энергично бьет ему в колено. Саня пинает его в ответ, боль ужасная, и с тихим матом в глазах мутится, а тут еще матушка вышла на крыльцо. «Рашид, ты в куйду поехал?» Он стиснул зубы, сквозь боль выбегает за конюшню и там падает без сознания. В это время к ограде подошли колхозные коровы. Из стада вышел огромный бык. Его боялись даже сами пастухи. Пошел к стогу и начал его бодать. Подъехавший запоздалый пастух стоит на лошади, смотрит, боится. «Отгоняй своего быка! Чё стоишь, трясешься? Он лошадь бодает, боюсь я его!» — сказал пастух. «Еще мужиком называешься?» Матушка схватила грабли и со всего маха начала бить быка. Бык не ожидал такого зверства. Он такой маленькой хрупкой женщины. Бешенство его сразу пропало. Он поджал хвост и побежал обратно. Пастух засмеялся. Ему стало очень стыдно, что он не мужик. Утро. Опушка леса. Стоит Саня на краю знакомого леса. Вдруг недалеко приземляется тарелка. Вот это, думает, вещь, не какой-то там мотоцикл. Он не первый раз видит здесь тарелку. Классно, думает. Тут открылась у тарелки дверь. Из нее вышли 3 зеленых человечка и направились в лес. Саня воспользовался этим и проник в тарелку. Человечки заметили его и побежали обратно, что-то злобно крича и маша своими худыми ручками. Сел в кресло, прикоснулся к большому прозрачному шару. От человечки все ближе и ближе машут своими ручками. Тут люк закрылся, и тарелка поднялась и полетела навстречу этим человечкам. И пролетела дальше. А маленькие человечки, матерясь, бежали за ним. И тут Сашка очнулся. Оказывается, он лежит у конюшни в навозе, и у него ужасно болит колено. Отряхнувшись, он пошел домой. Вот такое начало. Простите, конечно, я сбиваюсь. Начало моего сценария. Вот послушайте, понравится. Там ставьте классы. Дальше мне хотелось бы вот именно ее снять и народу показать. Эта комедия написана в стиле Гайдая. Я как бы писатель, и стихи, басни пишу, могу писать в разных стилях. Ну, для этого мне нужно почитать просто чей-то стиль стихов там, рассказов. И пишу. У меня, конечно, всякий свой есть стиль. Вот, если кому нравится, ставьте классы, подписывайтесь. Дай бог, выйдет фильм, комедия. Всем пока.